Ну что, умотал вас, Максимка, да? Ты пришла ко мне пожаловаться. А ты как хотела? Так. Это что такое? Мирка? Дима принес от бабы Нины. Вот он такой. С маком. Пирожок. Все? Ну, а мы перешли сейчас вам на другое. То что, Марсик, умотали тебя? Что, Мирка, ты жалуешься мне, да? Ага. Будете знать, как с Максимкой дружить. Он вас вымотает. Старый дед ходит, Марсик. Да, Марсюшка, ты таких нагрузок давно не испытывал. Возрастное дает о себе. На, попробуй. Нет, спасибо, я потом. Не хочешь? Я не фанат клубники. Ну, первое. Клубничку несу. Будешь клубничку кушать, Максим? Максимка, ой, будешь клубничка? Ягодки. А собачкам ты дашь? Ты угостишь собачек? Ты будешь клубничкой? Ягодки, смотри, ягодки такие будешь? Ну, ты... Только их надо помыть, котик. Пойдем помоем? Ну, Надя. Пойдем, по-моему, скажи спасибо. Я не мытый ем. Не, Макс, все мытой кушает. Я вчера ел. Так, ах ты, друг. А можно какое-нибудь блюдечко? Нет, это не магазинное. Это у себя дома выращивают. Я все равно это ж не твое. Прям как на дом к ним ездил. Ну, мойте, включи свет. Блюдечко мне просто нужно. Вот, смотри, выбирай любое. Сейчас помоют? Нет. А. Это там, где КамАЗы ремонтируют? Нет, нет, в другом месте. А, не где КамАЗы. Ну да, там где дачи. Там у них теплиц много. Я ж там был. И вот они прям на дому. Пойдем собачкам дадим. Да. Пойдем угостим, пойдем. Сейчас мама пока помоет, а мы дадим им. Пойдем. Так, куда? Не заходить! Не заходить! Не заходить! На, Максимка, на, дашь им! На, держи, дай! Дай, на, Мирочки, дай! Мирочки, дашь? На, держи! 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 Ну, держи, на, ручку. И дай Мирочке. Марсику дай. Отняли. Все, угостил клубничкой. Ой, теперь сам поешь. Ой, аккуратненько. Осторожно. Осторожно, угол. Ой. На, будешь? Так, угол. Собачки, это не вам, это Максу. Вот так поставим, угол закроем. А, ударился, да? Ударился, я закрыл. Собачки тебе не дают. Теперь я угол закрыл вот. Нет, Мира и кастрюлей. Максик, это не вам, это малышу. Ну, давай. Максик, на, кусай. А Марсик-то сам же не ест, а все равно просит. Он, знаешь, потом Мирке отдает. Смотри, как смотрит, как будто бы прям ты колбасу носишь. А не съешь же ни кусочка. Ты хочешь туда сесть? Давай, я сейчас. Ой, нет, Макс, давай я сначала. Давай, я подержу. Нет, давайте вы лучше вот это подержите, а я сейчас посажу. Садись и будешь кушать. Садись, ребят. Давай, я тебе клубничку дам. Держи. Кусай. Нет, Мира, это не тебе. Кусай, кусай. Ну, остатки можно отдавать. Вон, Мирочке. Она меня не цапнет? Еще? Кусай. А, Максик, ты что? Половинку, а половинку Мирочки. Ну, он все у меня вместе с хвостом схватил, да? И ест. Ну, пусть ест. Хвостик потом он отдаст. Максик, ты чего? Надо по чуть-чуть.
Он что, не ел в этом году клубнику? Ел. Ну, любит, да? Да. Ну, клубнику, голубику любит очень. Угу. Так вместе с хвостиком съел, да? Туда. Мира, на. Ты же еще не прожила. Всем накорми. Ну, дай Марсику просто одну. Ну, сейчас он покушает. Ага. Что Марсик будет делать? Мирке отдаст. Нет? Нет. Он ее языком толканул специально от себя. Ну что, нравится, Максимка? Боже. Клубничка нравится? Да что ж ты все... Опять с хвостиком. Хвостик отдай. Вот так вот. Клубничку едим. Скоро наша будет клубничка уже. У нас в этом году ее много. Мы ее почистили. Еще? Кусай. Только кусай им всю целиком. Все. На, Марсик. А ты Мире. Ну так. Все. Отдал? Дай губки. Отдал Мирке он. Ну что? Губки твои дай. Все. Поели. Давай я тебя сниму. Вот и клубнички поели.